Сброс строительного мусора был пресечен в Красногорске. Водитель КамАЗа выгрузил на улицу Светлая целый кузов земли вперемешку с асфальтовой крошкой и арматурой. А потом был вынужден собирать все это обратно. В административной комиссии горе-автолюбителю выписали штраф в 5000 рублей. Данный товарищ задержан. Оформлен протокол по правонарушению несанкционированный сброс мусора. И будет привлечен к административной ответственности с наложением штрафа. Мусор мы заставили его же убрать. Он нанял технику, судя по всему, привел в первоначальное состояние земельный участок. Навал ликвидирован в течение часа. Рейды по борьбе с несанкционированным сбросом мусора в городском округе продолжаются. К патрулированию дорог подключились общественные организации и дружинники.